друзья, отъехал я тут по работе ненадолго. Тест-драйв прошел первый без меня, ну, в принципе, я думаю, там, может, что-то записали. Это не столь важно, главное, результат достигнут. Сейчас еще один сюрприз. Я думаю, он вам понравится и порадует вас. У нас каждый день какие-то движухи, что-то новое. Все подписывайтесь, делитесь. Ставьте лайки, комментарии, напишите вообще, что вам нравится, что не нравится. В общем, сейчас, я думаю, новый сюрприз вам понравится. Кстати, Грант, не знаю, заметили, блин, едет обалденно просто после регулировки и отключения лямбды и регулировки правильно газа, газобаллонного оборудования. Просто приятно очень. Сейчас осталось немножко ходовую тут шаровые 4 наконечник поменять, еще там, ну, лямбду поставить. Я уже приготовил, только разъем перепаяем и потом 8 форсуночек и будет огонь. Так, мы долетели, не знаю, сюрприз ждет или едет. Сейчас посмотрим, что тут происходит без меня. Сюрприз стоит уже, видите? Ни хрена себе! Вот это уровень! Вот это уровень! Блин, вот это номер, да? Ты тоже такую хочешь, Веталь? И я такую хочу! А откуда Веталь тут взялся? Офигеть, слышишь, скоро тут сходка будет ежечасная. Так было все запланировано. Ни хрена себе, блин! Кожаный салон. Так куда? Посмотри, какой потолок! Тихо, мягкий. Это мебельный. Мягкий. Ля, ничего себе, клёпка. А ты не видел, да? Не, я что такой? Глянь на этот руль. Руль соответствует автомобилю. Охренеть, вообще. Глянь, как моя ладонь. А ну, ну да, руль. Офигенно, гидроусилитель от BMW. Вот это номер, да, слышишь? Пацаны, я все, руль, давайте сейчас только, блин, и катнем. Что, на танковую? Ну, конечно, что делать? Руль... Веталь, едешь на танковую? Я видел, ты на машине. А, ты же на внедорожнике. Что-то не с раздаткой, блин. Что-то тарахтит, блин, когда полный привод. Это не страшно. Такое впечатление, что... Там у людей вообще тяги он висят, смотри, в машине. Видишь, тяги висят. Что твоя раздатка тарахтит? Ну, что, Русь, что скажешь? Да офигеть вообще, я в шоке. Не, ну класс вообще. Так еще и блока есть? Да, задняя, да? Передняя. Передняя? Не, ну... Пнема все, да? Да, пнема. Прикольно вообще, слышишь? А тот что? Красненький. Ого, и компрессор есть. Ну это красненький продал? Пнема, а? Вот такой вариант. Продал? Нет, не продал. Плюс? Да, да, вот такая. Ну, дубасить только так, на том же ездить. На оффроуде. Подальше, а на этом на экспедиции, да? А на этом поближе. Слышишь, так колеса нормальные. Так это же мои сафари. Какие твои? То, что на фуранере стояли. Вот это с фуранера колеса? Да. А когда ты их успел одеть? Ого. Так ты посмотри, как сделано. Так он на них смотрится, слышишь, и они небольшие для него вообще. Ты представляешь? Ну, просто интересно, как мосты что скажут. Там этим колесом. Ну, пониженная пара 5.38, по-моему, или что-то такое. И что? Так они не слышишь, они думают по 35. Интересный вариант, да? Давай быстро прокатимся, пока светло. А где Саня? Мы протестируем новые машины или что? Так у него пикап, тут можно в кузове ездить. Предложение заманчивое. Гранд Чероки я даже спустил, смотри, заднее правое колесо даже спустил. Чтоб... Можно толкать его, смотри. А, ручки, да, специальные. Не, ну это серьезный вариант, я тебе скажу. Прикинь, это Леня уже свои колеса напялил. Я пропустил, где фаранер, что с ним будет? Все. Пока еще не знаю. Новый двигатель. Там были мысли о продаже, так что я ему сказал, что вдруг это у меня есть покупатель на фуранер. Я здесь все покупаю. Вот здесь скоро все ваши боевые машины будут здесь стоять. На самурай запишись тогда тоже. Овечка куда? Смотрите, сзади свеса нет вообще. Да. Сзади нету. И спереди
Спереди он минимальный, тоже практически нету. Не, это пушка вообще. А там вообще цена символическая для такой машины. За 3 продавали. Да ты что? И за сколько что дали? Ну, чуть дешевле, да, наверное. Чуть давай. Капот откроем, давай. Глянь, все сухенько, да? Ну, самурай. Не, ну вообще. А газовая, газовая стоит, да? То газовая? Да. А сзади баллон. А, сзади ж баллон. Не, ну обалденно. Смотри, какой генератор масенький. Макс, генератор размер постоит. Ага. Как кулак, слышь. Вообще, кулак у меня больше, чем генератор. Это у меня кулаки стандартные, в принципе. Ведь. Я боюсь сюда лебедку. Посмотри на размер генератора. Покажи видео. Генератор. И мотор весь сухой, посмотри, ни потека, ни одного, ничего. Или это помыли, наверное, перед продажей? Там на крестовине, да? Там на крестовине, да. Тебе сломалось? Да. Я в яму попал в такую, стой, блин. Подожди. Может, там болты просто поджали. Еще по... Вот. А, подтянуть. Нет, там что ты подтянешь? Не, болт, как вот шатает, нет? На крестовине шатает, да, крестовину поменять и все. Ну, Слава, мы не успеем доехать. Слушай, я не заметил, что он на месте уже стоит. Что самое прикольное, что это, она едет вот по мощности, да, вот по самой езде, по мощнее фураннера как будто бы. Ну, потому что понижение легкое, да. Патролы эти самые. Клюшки толкают. Эти самые амортизаторы. И клюшки. С патрола амортизаторы? Да нет. А, вот это же клюшки с патрула и колесо вперед. Выдвинулось, да? Так а что ты думаешь, что с патрула клюшки? Что ты... назад ушло, получается. И сзади с патрула клюшки. А что ты думаешь, что с патрула клюшки? А что? Да блин, мало ли еще клюшки на многих машинах. Вот такие? Ну я не знаю. А, так у меня с патрула, можем сравнить и узнаем точно. Давай. Ну что-то мне кажется не с патрула, я уже так глянул визуально. Пойди посмотри на УАЗе с патрола. Не, ну там чего-то полегче, я думаю. Клюшки. Ну блин, да, не с патрола. Не с патрола. Там потолще. Наружный. Не трогай, ты чё? Это ну, самое. Да ты что, это самое ценное, ты не понимаешь, что это за вещь. Короче, вообще. Наружный каркас это самое ценное, что должно быть. За него же можно отвешивать, за него можно лебедку пускать. Это ты просто не понимаешь, я тебе сброшу видео, ты посмотришь, что такое наружный каркас. На такой машине тем более. Ёлки-палки. Ни хрена себе. Вот это вариант, да, решение. И в чистоте. Ну да, и он там чистый, и он там это, только приток воздуха, где ему. Вот это еще вопрос, сейчас посмотрим. Вот это, наверное, приток воздуха. Нет, это газ там, это еще на газу. Ну, я тебе скажу, его объем, Саня, вот этого, ну, хватает, ну, хватит, как бы, в принципе, да. Подкачать, что там для блокировки. Да. Огонь надо. Да не, ну, огонь не то слово. Слышь, тут одна заправка, можно до Крыма доехать. Не говори. Да я что-то ехал 15 литров. Образный рычаг. Образный, да? Да. Ого, и широко разнесен. Да, разнесен как мост. Шаровая немножко, скромная. Ну, подвернут мост, да. И проварен мост, да, я смотрю? Да, он усилен. Сверху, усиленный. Да. Лежит, не, ну просто крутая машина. Фонарик смотри где. А вот здесь была. Вот интересный вариант. Понимаешь, нет. Лебедка за сиденьем стояла. Вот тут, наверное, где-то она и стояла. Она, наверное, стояла. Чего да. Ты так решил? Там... Ну потому что, чтобы ты управлять мог, понял? Ты размотку раз и включил, штурман побежал, ты закрыл. А ну воду убери, Руслан, дотянешься? Нет, тут нету посадочных. Ну может... Нету дырки, нету? Нету. Там уже залеплено позже. Ну надо смотреть, короче. Там, где баллон был, да, там, где баллон. Там неудобно, ее надо ставить вот тут за сиденьями, Леня, лебедку, и баллон не трогать. А куда веревки тянуть? Под баллоном. Под баллоном в трубочку, раз и все. Знаешь, какая была система? Вот это вариант. Блок.
Не, ну петлю вытаскивай. Здесь блок и туда, блин, на ту сторону труба. Не, блок... Была так. Нет, туда прямая, этот самый, туда трос прямой. Да. Блок ты вот отсюда. А блок петлю... вот здесь. Вытя... Я за блок тяну, блок цепляю и вытягиваю. Петлю вытаскиваешь, на него блок вешаешь. Да, да. Ну, чтобы одна лебедка на две стороны. Да, вот так я хочу сделать. А вот, да, тут стояла лебедочка. Не, тут вот эта решетка, я смотрел. Чуть-чуть повороты интересные такие с подфарниками, да? По красоте, покрашено красиво, смотрите. Да вообще тут я не знаю. Пластик такой, ничего себе. Да не, ну ты выходишь на новый уровень, я тебе скажу. Да я свою с Форанера поставлю 9-10. Так что, ты едешь на танковую или уже поздно? Да что-то как-то не знаю. Ну ладно, давай уже подготовишься. А блокировка передняя или... Передняя. Задняя и передняя есть, только да? Передняя. А, только передняя, задняя нету? Уже продали, наверное. Ну, как я понял, получается, что тут задние шлицы на полуосях 22, а передние 26, или наоборот. И блокировка же на усиленный только ставится. Это какой-то из них 26. А, блокировка на все не ставится, да? По-моему, да. Ну, короче, что-то там такое вот зафиничено. Или старый владелец что-то... Да, гуни-аппарат. Голову такой обнаружил. Что-то какая-то незадачка, да? А вот смотри, Русь, вот так вот это было удивительно. Офигеть. Это Ленин Фуранер. Что-то из носа. Так а где поршень сам? Я что-то не... Поперек стоит. Ого-го. А как он поперек, подожди, стал? Ну он перевернулся. Сними, посмотришь. Его перевернулся. Вот это кольца, да, я вижу? Ничего себе. Я не знаю причину. Вот интересно, непонятно почему. От старости просто. Шатун лопнул от старости? Да, да. Набор поршень и шатун. Верни. И кольца еще там есть. Офигеть вообще. И кольца есть, да. Все есть, можно поставить. Можно собрать, восстановить. Там можно клеем. Короче, вези, Макс починит. Свитя. А есть клей? Можем склеить еще. Зачем склеить? Изолента. Можно загильзовать. Ну мне говорят, что можно загильзовать, конечно. Написано металлобаза указать. Металлобаза. Блин, жесть вообще. В блоке дырка просто. Ну она внутренняя, наружу не вылезла ничего. Ну наружу, но все равно. Водяную рубашку. Ну, теоретически, конечно, можно там извращаться, но смысла нет. Как ты его будешь теоретически извращаться? Ну, если вообще. Дырка в этом самом. Не, она же не сквозная, она до водяной рубашки. И, о, это, ну, в принципе, да. Решает вопрос. Вези, Витя с Максом починят. Леня, у меня есть мастера знакомые, они легкие машины чинят спокойно. Тут недалеко, метров 20 отсюда. Все, испугался. Что, надо ехать? Давай, пока светло еще. Вот это вот. Сейчас полный пик. А мы влезем все в самурай? Мы втроем поедем. Поехали втроем. Поехали. Так а кто едет? Ну я, ты и Люня. А, да. Так а может еще люди хотят? Я думаю, что эти ребята уже... Накатались, да? Слышь, это вот такая покатуха сегодня у Лени или что? Нет. Лень, ну что, пойдем? На танке будет 2 метра. Привыкает, да. Он ищет неисправность, не мешай. Да все нормально работает. Ну все, я богат. А? Ну звуки как, типа крестовины вот с заднего моста идут. Вот так, да. Вот так. Леня, идем проедешь там, где Фуранер застрял, и поймешь, какая машина лучше. Поехали. А
А что он постоянно мотает? А он сам в обратку и уходит обратно. Так сделана система.